Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу вам ПК-мод для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, этот мод добавляет нам почти все вещи с версии Майнкрафта ПК. Да, вот такие двери, которые мы можем спокойно открыть, и также мы можем их закрыть. Дальше мод добавляет такой подарок и разноцветный блок. Дальше есть блоки, которые есть в подземном царстве, где обитают вот такие мобы. Сейчас я вам покажу, какой моб там обитает. Обитает там вот такой моб. Я забыл его название, к сожалению. Вот. Также вот такие блоки. Ну, этот мод добавляет цветок, который был убран в новой версии Майнкрафта 0.10.5. Его там уже не было. Также мод добавляет цветные стекла, которые, как сказать, отлично смотрятся. Но он мод добавляет стеклянные панели, в которых есть баг. И когда мы к ним подходим, у нас происходит такое, как сказать, смещение. Я не знаю. Мы как будто превращаемся в скафандр, да? Нас как будто одевают скафандры. Выглядит прикольно. По идее, можно так поиграть, только нельзя ходить на дальнее расстояние. Но можно сделать стенку и по этой стенке ходить. И так прикалываться. Вот. Также мод и добавляет флаги, которые мы тоже также проваливаемся. К сожалению, это не задумка, это такой баг. Да, к сожалению, это баг. Ну, теперь мы перейдем к мобам. Ну, мод добавляет также кроликов. Ну, кроликов мы уже давно видели. Видели мы везде. Но также мод добавляет нам ведьм, которые сделаны как зомби. Они могут гореть, а могут не гореть, а потому что зомби спавнятся иногда в ронике. А также мод добавляет нам моба блока, который есть в ПК-версии. Если кто видел, то он из блока превращается в моба. Также мод добавляет нам лошадку, которую мы, к сожалению, не можем приручить. Также мы можем сделать сушителя, который не будет летать, но будет так хорошо ходить. Ну, не то, что хорошо, а его текстура очень хорошо сделана. Ну и последний мод на это, моб. На сегодня это у нас эндер чешуйчатая. Да, такой моб тоже есть на ПК. Теперь он есть и у нас. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.